Здравствуйте, дорогие родители! Спешим поделиться нашими достижениями и приключениями за сегодня. Плотно и вкусно позавтракав, мы отправились на линейку, чтобы поднять флаг Детской Республики Поленово и считать смену официально открытой по всем правилам и традициям. А потом все разбежались по кружкам, которых у нас много и которые захватывают наше внимание на все 100. Декупаж, квиллинг, природа и фантазия, мастер-классы по журналистике. Знаете, наш отдых действительно полезен по всем направлениям, и по уму, и по здоровью. Днем проходили съемки видео, сюжетов, окончательный вариант, которых вы увидите в конце смены, а кусочки работ в этих новостях. После ужина творческий фонтан продолжал бить. Прошла встреча с режиссером театра на Малой Бронной и Тарасом Белоусовым, на которых ребята узнали много нового и интересного о театральном закулисье, о работе и творческих поисках. Какао-вечеринка, приуроченная к Хэллоуину, костюмированная дискотека и отличное настроение стали ярким заключением этого сегодняшнего дня.